25 сентября 2018 года при поддержке Одесского городского головы. Увертюра к открытию международного музыкального фестиваля «Золотые скрипки Одессы». Еврейский культурный центр «Бейт Гранд». Музыкально-драматический перформанс «Звезда моего Давида». Автор Майя Демерли. Исполнители: Захарий Зорин, скрипка, Франция. Макс Зорин, скрипка, США. Винсент Бальс, фортепиано, Франция. Карина Шрагина-Кац, актриса. Режиссер Петр Липинский. Посвящается Давиду Ойстраху. Начало в 21:00. Билеты Укртикет и по телефону 780-10. Меценат проекта – судоходная компания «Укрферри».